Всем привет, с вами Артём, мы продолжаем играть в 7 Days to Die 21 альфа. В общем-то, оказалось, что я закосячил под конец. И... да, кстати, забыл кучу ресурсов забрать. Поэтому пришлось вернуться и забрать. Так, сделаем вот так, чтобы можно было поставить стаканчик вот сюда. Так, и буквально секундочку, кое-что забыл. Так, все, продолжаем. В общем, я хотел установить себе мод на 12 слотов инвентаря, но он не установился. Потом я установил мод, чтобы торгаш работал 24 на 7, он установился. И я установил себе мод на стаке. Мы сейчас проверим, работает он или нет. Да, он работает, супер. Очень этому рад, прям дико рад, потому что, ну, стаков порой не хватает. Ну, типа, это не такой, это безобидный, по сути, мод. Вот, я хотел его... Здорово, толстяк, ты что творишь-то? Ах ты, зверёныш жирный. Спать давай. Блин, начало серии. Да, я сегодня хотел немножечко заняться делом. Да, и, конечно же, этим, построечками заняться. Вот, немножко, самую малость буквально. Да чё ты там? Так, у тебя куча стрел, мы их заберем, конечно же. Это же моя куча стрел. Вот, я хотел это все проапгрейдить, оборону, которую я построил. Ну, так, чисто, чтобы было. Ага, почти убил даже. Вставай, вставай. Ну да, два выстрела ты уже не пережишь. 333 вряд ли. Даже в голову с 3x5. Да, 190 максимум. К сожалению. Вот, поразмышлял по поводу постройки базы. Как что будет. Иди ко мне, мой толстый. Чё, почему меня начали бить? Почему они начали меня коцать? Ладно, неважно, погнали на базу. Вот, нам надо книжек насобирать. У нас нет бетономешалки. У нас уже 10-й день. Я накрафтил себе ферм мерзких, деляночек побольше. Водосборников побольше, кстати говоря. А, можно через этот собирать. А я все время руками собирал. Ну, тупанул, что сказать. Так, стоп, надо вспомнить вообще, что как. Да, у нас же много предметов. Поэтому я и хотел как бы сделать себе этот... хотел сделать на 12 слотов, потому что я хочу и нож таскать, и все. Мне глубоко пофиг на то, сколько у нас будет предметов, дополнительных, недополнительных. На это мне было... О, 705 патронов. Кстати. Да. Так, давай вот так сделаем. До 1000 патрон. Супер. Ну не супер, да? Вообще шикарно. Ну просто экономия места банальная. Это как бы важно, если уж на то пошло. А то у нас реально... Ну, на орду на ту же... Так, 12. Ну-ка, отсортируйся. Так, значит, ставим 11. Да, у нас есть автоматическая турелька, которую мы тоже потом куда-нибудь установим. Обязательно. Я, короче, взял лопату. И у меня же теперь лопата есть, да? Вот. Но прикол в чем? Я могу крафтить лопаты. Вот это вот жесткая фиаско, потому что я-то лопаты крафтить могу, а я ее себе взял, да. Так, это мы чиним за счет ремкомплекта. Не хотелось, конечно, но ладно. Так, а что у нас тут по печке? Печка неплохо наплавила. Я бы даже сказал, так, давайте-ка мы сейчас вот так вот сделаем. Быстренько отсортируемся. О, супер, вообще красота. Просто... А, у нас еще алмаз один есть. Я не знаю даже, где я его достал, но у нас есть. Так, это забирай. Турелька у нас идет в оборону. Ящики, коробки для хранения пока отложим. Скотта чё? У нас 40 штук, его забирайте. Кисточку пока тоже положим. Это забирайте. Гранаты у нас идут в боеприпасы. На, будет чем обороняться. Это причем контактные гранаты. Это на продажу, как-никак, 80 стоит. Так, пока что... О, нет, краску сюда, вода сюда. Конфетки, наверное, мы пока положим вот сюда. Вместе с вот этими конфетками. Так, я бы бинтиков взял, наверное, десяточек. Так, блоки нам тоже вроде как нужны, вроде как нет. Так, давай 12 вернем на место.
Так, и в печку надо закинуть гору радиа. У нас и так там гора всего. Так, 580 держи. А где дерево? В смысле? А у меня что, дерева нету? Нет, у меня есть дерево. Все правильно. У меня все есть. Я просто испугался, что у меня дерева нет. Нам еще, я хотел еще установить мод, который поможет мне экономить топливо и все остальное, чтобы мне 700 раз не тратить время. Ну, короче, чтобы когда все переплавится, у меня все вырубалось, чтобы мне не тратить время. Ну и сегодня мы пойдем чем заниматься? Так, еда, здоровье, бонус, макс выносливость, это не надо. Давайте схаваем лишние остатки. Да, вода то, что уйдет, не страшно. У нас есть юка. Используем ее. Так, давайте отъедимся по максимуму. Вот, и сейчас пойдем заниматься тем, что будем... 28, хватит. Давай используем один этот. Нормально. И можно один вот этот использовать, 34. Все, превосходно. Да, баночек нет, но это не страшно. Так, используем вот это. Кстати, по поводу вот этого. Давай мне сюда стрелы. Да, 1000 патронов. Но 1000 это мало, чтобы вы понимали. Нам нужен химстол, потому что нам нужен уголь. Банально. Подожди, а у нас вообще гильза-то есть? Не, подожди, гильза у нас вот здесь. Мы можем... надо одну взять, чтобы прицельниться. А, на верстаке делается. Все, хорошо. То есть, боеприпасы мы какие-то крафтить даже можем, наверное. Да, можем, 7,62. У нас... О, у нас, кстати, дуло есть. А дуло нам на куда? Может быть, вот сюда? Ну, на тебе дуло. Да, спасибо. Так, перезарядись. Ну чё, поехали. Я хотел сегодня пару зданий лутануть вне квеста. То, что квестовые здания у нас... вот это третьего тира, заново лутать его. Ну, типа я вне серии как-нибудь обязательно лутану. И там первого или второго тира, что ли, нет. Мы сегодня поищем книжки. Вот, у нас сегодня будет поездка за книгами. Максимум, какой мы сможем набрать. У меня, кстати, был восстанавливающийся лут. Я его отрубил. Да, вовремя я отрубил восстановление лута. Четвертый уровень здания, ничего себе. Благо у нас есть дробовик. Да. Вот эта тема, мне кажется, будет работать на ура. Так, это что за магазин? Я без понятия. Где-то вот здесь... А, вот он, магазинчик. Подожди, это четвертый тир? Да, это четвертый тир. И сюда лезть ради вот этой книжки? Ну, такое себе. Ладно, давайте посмотрим что-нибудь третьего, второго. Ну, первого нет, конечно. Так, церквуха нас не интересует. О, кстати говоря. А, я тут ездил, серьезно? Так, тут у нас что? Непонятно, но что-то есть. Давайте попробуем выехать из города. Во-первых, я хочу вот это посмотреть. Да, нам нужно, я 100% не спорю, нам нужно здание с книгами, но нам нужно именно книжное здание. Давайте начнем с вот этого, посмотрим вообще, что это такое, с чем его едят. Какой здесь тир вообще? Здесь гора стройматериалов, то есть, ну... Если мне что-то понадобится набрать, я здесь это наберу. Спокойно прям. Охренеть, как много стройматериалов. Так, есть проход туда? Есть. Здрасте. Давай по одному. А, ну вы обычные. Фу. И ради чего мы сюда пришли? Ради... Короче, здесь, походу, просто гора стройматериалов и все. И больше здесь, по сути, ничего и нету. Ну, из плюсов, да, конечно. Так, давай вот... Вряд ли мне сейчас кирка пригодится. Давай вот это возьмем. Надо было ремнаборов набрать побольше. Потому что, я так понимаю, здесь одного кирпича только дофигища. Так, здесь куда-то можно забраться. Вот здесь, вот. Прикольно. И что мне делать, по-вашему? Стоп, а что он не прыгает? Понятно. А, ну да, для дурака здесь лестница есть. Спасибо. Тут больше... Ну да, такая, такое себе маленькое зданица. Это просто новенькое, я в нем никогда не был, вот я решил его осмотреть. Так, что у нас вот здесь через дорогу? Зачем? Да, лучше уж. Первый тир написан. Здорово.
Да вроде ничего нету. Да, мы сегодня так немножко полутаемся. Серия чисто про лут, про... еще был мод один, вот как раз таки да, скорее всего на 12 слотов. Это тот самый мод, который у меня не установился почему-то. А почему это первый тир? Ух ты, подожди. Серьезно? У меня такая же шапка. Так, подожди. Модификации снять. Починить. Вообще пофиг. Она сразу, наверное, оделась на меня. Да? Да. Подожди, модификации. Но тут хотя бы под два слота уже хорошо. Так, эта шапка за 31, оставим ее. И что здесь первого тира? Вообще непонятно. Здесь собирать нечего вообще. Ну, типа... Подожди, а может быть здесь нычка какая-нибудь есть? Обычно в таких локациях есть нычки. Ну, типа подвала, в который можно спуститься и залутать там тачки. Он может быть где угодно, кстати говоря. Так, но здесь... Блин, тут бетонный пол. Он меня немножечко смущает. Давай пока уберем. Нам лопата вряд ли пригодится в данных изысканиях. Ну-ка. Так, во-первых... Нет, стоп, зачем? Я же могу вылезти вот так. Это называется просто экономия времени. Странная локация первого тира, мягко говоря. Один зомби и ничего не понятное. Так, поехали дальше, покатаемся, посмотрим, что у нас вообще в нашем городе есть. Это плохо прогрузившееся здание? Интересно. Что у нас есть, чего у нас нет? Вот какой-то магазинчик маленький. Кстати, этот не магазинчик, это сарайчик, в котором мы можем найти электродубинку. Давай, болт. Ну тут нет, тут никого нету. О, смотри, мешочек. 12 патронов. Так. Это мы забираем. Это. О, кстати, вот это здание можно лутануть. Тоже. Если это то здание, о котором я думаю, то его можно лутануть. Так, надо немножечко... звук убавить. Пикапчик есть. Неплохо. Да, сегодня чисто всякие мусорки собираем, все лутаем. Ну, чтобы хотя бы как-то что-то где-то отбить. Так, это я потом разберу. О, да, еще глюкануть не хватало с концами. Здесь вроде ничего такого ценного нету. Я просто надеялся на то, что там будет ящик. Ну да, это даже не первый тир. Недостаточно выносливости. Так, это здание мне не интересно. Я в нем был 445 раз. В этом я тоже был. Там два этажа веселья, мягко говоря. Ну, точнее, грубо говоря. Вот здесь, вот, что это за локация? Это третий тир. Третий тир состоит из всех этих зданий. Давайте попробуем, почему бы нет. Так, я, может быть, это и найду, но кого как бы колышет. Так, стоп. Я вот понимаю чисто гипотетически, что пистолет будет использоваться вот так вот. Ух ты. О, бежит, 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 бежит. Левелапчик, спасибо. Да, спасибо за книжки. Я понимаю, что я сейчас зря все это лута... Ё, нифига себе. Я думал, военный ящик будет целый. К инвалидной коляске. Так, да, что я зря это все лутаю. Так, это мы читаем, 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 читаем. Нам надо все прочитать обязательно. Давай, перезарядимся и пойдем дальше. Сразу сейф? Сразу прям? А, подожди, это открытый сейф. Вау, прикольно.
А! Стрёмно. Очень стрёмно. Тоже заперто. Это хорошо. Раз это заперто, то вероятность того, что это выход на улицу, ну, с надписью выход. Ух ты. Надо дробовики качать. Хорошо, что я это понял. Да, надо еще этот дедушкино лекарство, дедушкино пойло купить, или как он там называется, чтобы скипнуть. Блин, у нас очень много книжек, которые... Очень слабая перезарядка. Здравствуй. Какие у тебя красные глазенки. Да, дробаш стреляет очень медленно. Ему бы скорострельности вообще в идеале. Я слышу их. Я просто слышу кучу зомбарей. Прям кучу-куч. Так. Да, дробаш вроде хороший, но скорострельность у него... Скорострельность у него так себе. Так, давай хотя бы вот это в скраб пока пустим. Стрёмно. Зомби на улице. Зомби на улице не страшно. А, открыто. Спасибо. Видимо, нам правда туда. Так, соберем пластик, чтобы был. Тряпку соберем. Это заперто. Там... Стоп, это лутабельно даже. 5 монет, ух ты. Давай, о. Грёбаные шланги. Подходи по одному. Простите, извините, промазал. О, тут еще и открыто. В смысле? Я, кажется... Ладно, я не буду стрелять, короче, я узнал, что если по тачке попасть, то тачка начнет шуметь. И привлечет к себе лишнее внимание. Блин, забываю. Давайте уберем, пока нож возьмем. Что тачка привлечет к себе лишнее внимание, тем самым она сработает. Вот. И мы, молясь, попадем на... А, это все на улицу вело. Да, конечно, такое себе. Ну, псина была уже хорошо. Сколько? Да кого там еще? Мужичок, успокойся. Ты что делаешь-то? Ой, в сиську попал. Отдай болт. Падай сюда. А, не сюда упала, жалко. Хоть заодно посмотрю, что здесь за помещенец такое. Здесь, я так понимаю, псина была. Здесь была псина. Вы слышите? Зомбарь на улице где-то что-то делает. Сыкотно, конечно, на такой сложности играть. Я думал, дробаш будет хотя бы, ну, автоматический дробовик хотя бы будет стрелять нормально, но он стреляет очень медленно. Прям так, тух.
Подождем. Тух. Подождем. Простите, извините. Вам здесь делать нечего. Я надеюсь, ты из дома вышел, а не откуда-то. Это было бы очень хорошо, если бы так. Так, тут что-то есть. Блин, так прикольно, да? Железку вроде ломаешь, а звук как это. Так, еще один. Кореш. О, сумка выпала. Так, а, ну мы можем тут залезть спокойно. Так что можно не париться. Пойдем, тут же вход открытый. О, какая бесценная вещь. Так, отсортируйте, пожалуйста. Спасибо. Два перегруза. Я понимаю, что это вообще никак мне не помешает, но я все равно заюзаю таблы, чтобы просто, ну... Они безвредны. Вот меня радуют эти таблы, они безвредны, они не наносят никакого вреда. Вообще. Спасибо. Так, я сейчас спешу. Во. Здрасте. Я здесь. Угомонись. Ты серьезно, что ли? Здрасте, дяденька Байка. А это топ-лут, что ли? Да, это топ-лут. Подожди, так то здание не считается третьим тиром или что? Я что-то не понял сейчас. Но мы сейчас его все разлутаем. Нифига себе, какая гора непонятно чего. О, тортики, это хорошо. Блин, я бы и тачки разобрал вообще в идеале. Давайте ее и разберем. Вообще все разберем машины отсюда. Почему бы нет? Да, вот то, что... А, заперто. А что ты хочешь? Где я должен был дверь открыть? Хороший вопрос, где я должен был дверь открыть? А... А, наверное, эти двери тоже открылись бы. Так, ну здесь можно очечки одеть. Я вот просто бонус добычи плюс 3. Раньше были очки на бонус добычи. О, вот это хорошо. О, там этот, кстати, тетива, но она вроде только на арбалет. А, что, у меня автоматически открываться начинает? Да, если я просто не нажимал ничего, поэтому удивляюсь. Я, кстати, забыл аптечки завязать. Да, я забыл завязать аптечку. Где она у меня? Хороший вопрос. Винтик, ты где? Я, наверное, тебя выложил, да? Нет, я тебя не выложил. Я все время, кстати, вот типа это, стебался над людьми, ну, которые вот, ты играешь, ну, они играют, и глазами ищут какой-то предмет. И найти не могут, ты думаешь, ну как ты так, не можешь его найти. О, кстати, третий уровень, железные перчатки. Это не сталь, конечно, но все равно. Я думаю, как ты не можешь найти, вот он. А сейчас, когда ты сам в такой ситуации... Тебе становится стыдно. А это что? О, кстати, книжки. Давай хорошее что-нибудь. Так, вот ты мне не нравишься. Металлический стул подобрать. Металлический стул разобрать. Так, давай еще смотреть. Стоп, это не трожь. Все. Так, вот это разбираем. Это бойлер. Ну, такое себе. Так, тут мы... О, пикапчик, кстати. Пикапчик тоже сейчас разберем. Сейчас мы наберем себе лута, много хорошего. О, самолет. Далеко? Скинул. Ну, кстати, недалеко. Мы еще за аэродропом сейчас тогда сходим. И будем потихоньку готовиться, наверное, к обороне базы.
Просто рандомное здание третьего тира лутануть. Почему бы нет? Все равно 100%? Не, смотрите-ка, не 100%. Вот этот глюк меня радует. Типа... 81-82. А если движешься, то 100% будет. Так, странно. Почему? А я думал, из этого здания все, кто должны были вылезти, тоже плохие. А они нормальные. Не, вот, типа, салун какой-то. Там, скорее всего, ну, ковбоев у нас в игре нет. А, хотя, подожди, есть же ковбои. Чё это я? Ковбой же есть. А, еще сказали, что из снега больше не делается этот... Ой, я не лутал тебя, серьезно? Из снега больше не делается... Как он называется-то правильно? Из снега не делается вода. Во! Подожди, я же лутал эти фуры. Ладно, подожди, давай салон зачистим. Серьезно? Именно змея? А, вот ты где. Извините, простите. Я вас не заметил. Я думаю, снизу или сверху... Снизу или сверху лутаться начать. И выбор я свой сделал. Мы начинаем сверху. Ну... Выбор свой сделали. Да, дробаши надо прокачивать. Скорострельность дробаши упала жестко. Подходим. А, это хвостик твой, я думаю, это змея. Шебутной рабочий. Да, раньше дробовики... А, это... Подожди. Да, там кто-то поднимается. Ты что ли? Да, потому что раньше третий тир был типа очень серьезным квестом. Но сейчас, да, салун какой-то так себе, мягко говоря. А мы, кстати, сейчас очечки-то забыли носить. Ё-моё, какая жесть. Как стрёмно. О, банда, бригада У. А, ты сдох, что ли? Да, ты сдох? Да. Фух. Я так и знал, что они сверху падать начнут. Но это был вариант Б, А или какой-то еще. Так, стоп. Они начали падать сверху. Так, тут больше ничего нет. Значит, у нас остался только первый этаж. Спасибо. Тут еще радиаторов тьмища. Что радует. Ну, их можно залутать активненько. Так, что, получается, остался чисто салун? Может, тогда в дырочку сиганем? Ну, я, конечно, знаю, что эта идея тупая. Ну, кто, как говорится, если не я? А может, они вышли все? Подожди, я слышу зомби. Да, я слышал зомби. Давай, иди сюда, толстуха. Ага.
Ты чё, не знаешь, как лестницей пользоваться? Это чё такое? Так, вроде тихо. А это все? Я уж переживать стал, думал, тут жесть начнется сейчас. А, боеприпас тут лежит. Да, дай мне. Так, вроде все, получается. Ну, я рассчитывал на жесточайший махач, конечно. Получается, типа, ты вот так идешь, потом как-то еще, и в итоге как-то выруливаешь к этому. К основному заданию. Так, хаваем вот это. Используем вот это. Делаем вот так. Так, давай вот так. Вот, другое дело. Так, и еще чаек один. И поехали за аирдропом. Да, я знаю, что... Блин, а давайте, кстати, разберем ее, пока мы все равно здесь. Сейчас мы ее подразберем. Ну, неплохой салончик, неплохое место. Какие-то ресурсики 50 на 50. Нормальные. Но, надеюсь, я там ничего не пропустил. Главное, аирдроп забрать. Я надеюсь на очень хорошие вещи. Но теперь я хотя бы знаю, если что, где здесь зомби. Так что, как бы, инфа-то полезная, скажем так. Все, поехали за аирдропом. Может, по дороге найдем что-нибудь интересное, какое-нибудь зданице. Ну, из интересного самого это стройка. Для меня это всегда была самая интересная локация, потому что там куча всего можно натворить, куча всего можно найти, куча зомбаков, четвертый тир как-никак плюсом. Да, там можно прям пошалить. Не понял, почему вот эта локация первого тира, вот этот вот огороженная хрень, от слова совсем не понял, почему ее вообще сделали, что там за первый тир. Что вот это такое? А, это все, я понял, что такое. Почему показывается? А, это за 500 метров показываться начинает, интересно. Так, тут у нас что? Тут у нас просто домики. Блин, нету церкви, той самой, в которой была здоровая церквуха, сверху которой ты мог этот залутать, топовый ящик. Не помню, какой там тир, но, по сути, да, может, четвертый, кстати, был. Ты мог-то просто сверху залезть и все, и забрать. Так, давайте, кстати, тормознем пока вот здесь. Что-то я не слышу. Опа. Иди взад, псина. В этот раз здесь обычная сумка. Кстати, с плащом. А у нас что на нас? Плащ. Сопротивление холоду побольше. Подожди. А, у нас такой же. Не, у нас чуть другой. Давай пока модификацию сюда скинем. Так, у нас уже перегруз. Давайте юзанем еще разок. Это безвредно от слова совсем, поэтому почему бы нет. Так, здесь вроде как должен был стоять как он называется-то, блин, правильно? Оружейная сумка, во! Почему сейчас здесь вот это? Мне дико непонятно. А, ну подожди, может это другое здание? Потому что там вроде еще подвал был. Да, походу это другое здание. Ну да и ладно, поехали. Нам надо забрать аирдропчик и ехать на базу. Я, наверное, чем буду заниматься ночью? Я буду копать свою шахту под базой. Да, нам все равно нужен камень, нам... Блин, нам нужно лутать какие-нибудь магазины хорошие, чтобы бетономешалку себе найти, наконец-таки. Точнее, не найти, а скрафтить.
так или иначе. Второй тир какой-то. Это автосервис. Это банк. Ну, банк это бабки. А бабки нам толком-то и не нужны, мягко говоря. Зачем нам бабки в таком количестве? Нам их так пока девать некуда. А там мы прокачаемся и найдем, куда девать бабки. Так что... О, кстати. Так, дай, пожалуйста, вкусную что-нибудь. Кстати, чтобы вы понимали, здесь всегда дается книжки. Молоток дали, спасибо. Мне без молотка как вообще не жить. Так, роботизированная пушка первого уровня предлагают скрафтить. Нужна ли она нам? Естественно, нет. До свидания. Так, открыть, открыть. Так, это что у нас такое? Это что у нас такое? Второй тир. А, у нас квест сюда даже. Серьезно? Вау, нифига себе. Не ожидал, мягко говоря, что у нас на второй тир квест. Ну ладно, я потом вторые тиры повыполняю. Мне сейчас, если честно, лень. Сегодня мы чисто лутаемся, смотрим, что можно добыть, откуда... Откуда что можно добыть, где что можно пособирать. Вообще, хоть что-то есть тут для добычи. Просто это автосервис мне, кстати, очень манит. Ну, мы сейчас прокачали стаки, по сути. И у нас как бы есть возможность перетащить за 1-2 раза все. Вот, кстати, детский сад бесполезная штука. Вообще. Ну, там есть книжки, ну, типа, для детей же читают. Но по луту там вообще голяк. Да, я перепутал, походу, это здание, которое справа, с чем-то другим. Какой тут тир? Скажи мне, что он третий. Третий, да, все правильно. Это я здание знаю, походу. Походу, это здание я знаю. А может и нет. Так, у нас что вообще есть еще? У нас есть ящик. Мы едем на базу. Мы 100% едем на базу. А, я здесь был, фига себе. Да, 100% едем на базу, потому что надо скинуться, надо придумать, что у нас по оборонке будет, куда, как, зачем и почему. Вот, оборона будет, по идее, на высоте. Я не знаю, как это сработает ли вообще. Будет ли у... Короче, есть моды на несколько. Мне... Они мне не то чтобы понравились. Я просто задумался, а реально ли это сделать. Ну, и работает ли он конкретно. Короче, мод есть на то, что зомби будут идти по самому наименьшему пути. То есть, вот, типа, надо подняться на второй этаж, чтобы тебя сожрать. Никто колонны трогать не будет. Но я думаю, что этот мод будет работать дико криво по причине того, что... Ну, как бы искусственный интеллект в игре будет конфликтовать с искусственным интеллектом, который создали. Вот. И я думаю, что это все будет очень больно. Ну, то есть, глюки будут жесткие, мне кажется. Поэтому, само собой, нет. Вот. И также мод на... Ну, типа вот на то, чтобы дропа больше было. Я такие моды, само собой, не ставлю. На то, чтобы они дольше жили. Это да, это у меня такой мод. Я хотел установить, но забил на это болт. Ну, типа, почему? Зачем мне он, правильно? О, здрасте. Нам надо до деревяшки проапгрейдить хотя бы. Потому что, ну, до досок хотя бы, я уж не говорю до камня. Потому что вот это вот постоянное сношение моей базы под ноль. Молодец. Ты идиот? Ты как умудрился ногу сломать? Сейчас паук еще запрыгнет. Вроде все. Ой, дождик кончился. А вы-то откуда здесь? Так, подожди, у меня вообще что сейчас? У меня ушиб или что? Вывих ноги. Не надо использовать? Почему? Используй бинтик обычный. Подожди, а чем лечится вывих ноги? Так, установить затем некоторое время, бег, критические удары, вызывать перелом.
Подожди, давай рискнем вот этим. Нет! А что мне делать? Подожди, может быть там что-то более тупое? В плане... так, дополнительное действие полечить другого игрока, использовать для остановки кровотечения. Нет. А бейсбол, восстанавливание здоровья, как и все лекарства, вызывать жажду. Пережить оглушение удара, быстрее восстановиться. Нет. Алло, а гипс? Я понял тебя. Ты серьезно? Конечно, я нацелился, и она побежала. Так, займемся тем, что... В смысле? Баньки отправим кое-кого. Еще кое-кого. Мне бы глушак на винтовку, я бы сейчас тут зомбарей... Короче, мне сказал кто-то, что если убить всех зомбарей в округе, то они перестанут спавниться на какое-то время. Holy shit. На какое-то... Так, бегать нельзя. Надо это помнить. И прыгать нельзя. Вот это вообще фиаско. Да? Да, надо это апгрейднуть. Деревяшку хотя бы. Мне кажется, мне 5 коллекторов росы хватит за глаза. От слова совсем. Максимум, что мы будем тратить, это древесину для того, чтобы пережарить что-то во что-то. Так, скажи, что ты выросла. Молодец, молодец. Красота, просто красотища. Так, давайте быстренько раскидаемся сейчас. Тут у меня много чего есть. Так, вот это забери, молоток, 20 монет, давай, почему бы нет. Это забери, лопата это наша, куртет забери, 13 монет не надо, спасибо, это нам еще пригодится. Так, это изучаем, это мы все продаем. Так, хавчик. У нас же чем-то лечилась 100% эта штука. Так, ну-ка отсортируй инвентарь. Да, все правильно, все сортируется как надо. Так, у нас куча модификаций, которые мы сейчас куда-нибудь запихнем. В смысле 30 минут прогорело? А, ну да, 30 минут с концами прогорело. Да, а, у нас есть 14 стульев. Включить. Хорошо, патрики даже какие-то остались. Так, ах ты свинтус жирный, ты что делаешь? На тебе в задницу, иди сюда, жердяй. Вообще, борзел, мне базу там колупать собрался. На тебе еще один болтер, блин. Но это не феррел. Да, это просто жердяй оборзевший. Да, 49. Мало арбалет наносит. В стелсе, естественно, больше. Но я за болтами не пойду. Да, надо же было себе ногу сломать. Это вообще фиаско. Самое что ни на есть фиаско. Так, здесь у нас, да. Показалось. Так, лишние патроны. Кстати, а что у нас еда не скинулась? Вот, держите, юку держите. Так, сейчас мы будем заниматься на базе делами. Какими? Вот свинец, 1500 латуни мы где-то набрали. Вообще без понятия, откуда мы столько латуни набрали. Так, держи вот это. Почему оно не скинулось? Это что? Железные стрелы, спасибо. 36 железа, спасибо большое. Так, что у нас, кастет? Чем ты чинишься? Не говоришь, что ремкомплектом? Ремкомплектом, 285. Так, ну-ка покажите ремкомплект. Делается из скотча и слитка железа. Слиток железа. Скотч, один штука. Я просто хочу себестоимость узнать. 2,5, 7 монет. Давай, изготовь один. 7 монет. Стоимость одного ремнабора 42 монеты. Ты стоишь? 258, починить. 258 стоило. Сейчас стоит 399. 258, да, все, вопрос исчерпан. Кстати, а кастета же у нас модификация. Не?
Дырка от бублика, что вряд ли у нас что получится. Я чё, кстати, нашел-то? Я же для чего вообще это все затеял? Починись. Так, модификация. Вот для чего это затеял. Для фильтра воды, который можно грязную воду хлебать, и ему будет вообще пофиг на это. Так, у нас есть шапки. Скажите, что есть какая-нибудь шапка. Никаких шапок нет. У нас что в модификации на ноги? У нас ничего нет. То есть мы даже вот это не можем запихунить. Печалька. Так, скажи, что арбалет тоже можно модифицировать вот этой штукой. Да, супер. У нас теперь урон увеличивается и скорость снаряда увеличится. То есть, скорее всего, с дальней дистанции мы теперь можем спокойно втаскивать в голову и вообще без каких-либо проблем. Так, 3 минуты. Давайте 3 минуты не будем влазить ни в какие неприятности. И посмотрим, что мы можем взять. Можем взять яйца, мясо, взять кучу воды. Так. А вот это сейчас посадить вообще надо. Давайте посадим сразу. Что у меня есть тут? На юка. Я картошку возьму, 7 штук. И я возьму, наверное, мне лень ездить за юкой. Я возьму юку. Да, прикольненько. Можно вот так хитрить. Да, все время забываю, что у нас такая вот фигня. Так, кукурузки нет. Но кукурузку можно сделать на эти пустить спокойно. У нас даже место останется. 2 штуки, 2 места. Давай... А, тыква. Во, точно. Все, супер. Вообще прекрасно, я бы сказал. Так, доски. 4000. Давай вот так пока. Да, ящики надо было подписываемые сделать, а не вот эти вот. А я сделал вот эти вот. И поэтому теперь придется мучиться. Так, ну давай пока тогда яичницу забацай мне. 9 штук. Потому что на большее не хватает яиц. Мне нужна вода. 40 воды. 59 воды, вообще супер. Сотка чая. Вроде чай из золотарника. А, и вот еще 18 воды. Что у нас за чай из золотарника делается? Я вот точно не помню. И я хотел найти мод на Wi-Fi. Ну, короче, чтобы все ящики были автоматически связаны между собой, мне не приходилось вообще ничего делать. Ну, то есть, мне не надо 100 раз искать, где, какие ресурсы у меня доступны, недоступны и так далее. Вот, то есть, ты его... Ну, у меня был он в Darkness Folly, в Undead Legacy. Я просто не помню, в Undead Legacy он автоматически был или надо было его что-то устанавливать. У меня жажда. Да, при жажде же выносливость не восстанавливается. И что-то еще там... Так, думаю, 2 по 34 нам за глаза хватит. Так, тогда давайте сделаем ремнаборов побольше. Там нужно всего-то железо, которого я не вижу в виде слитков. И скотча, которого у нас 48. Давай, 24, вперед, я в тебя верю. Так, это мы скинем пока что. Значит, получается, что, кастет у нас уже в плюс нас выводит. Эргономичная рукояточка. Давай вот это поставим сюда. Хотя, давай лучше вот это сюда поставим. Разницы никакой вообще. Так, тут модификации. Давай рукоятку еще влепим, чтобы больше урона было. Подожди, а там что модификация рукоятки дает? Урон силовой атаки, урон блоку, расход выносливости. Серьезно? А, расход выносливости на 10. Это хорошо. Хотя, мне придется копать. Мне сильно-то... Лучше вот сюда ее установить. Вот, минус 2,7 расход. Мне же копать придется. А это поважнее будет, чем вся эта фигня. Так, это что у нас? На что? Части дробовика нам пригодятся. Почему-то они не скинулись. Так, тряпку разбираем. Это мы чиним. Кстати, подожди. Ну да, это починится не скоро. Неважно вообще. Так, у тебя модификации стоят. Но там две вот такие. Такую нельзя поставить. И такую тоже. Я просто смотрю, у меня есть оружие. Вот у меня есть бита, например. У меня есть дробовик. Вот, 30, модификация. 184 он стоит. Кидаем в него вот это, и он стоит 700. Чтобы вы понимали, модификация стоит 49. Кинули только одну, и дробаш стоит 700. Перебор, наверное, да. Так, модификации. Тебе сюда в кастет ничего не идет, к сожалению.
Так, у нас есть кирка, которая, в принципе, модификация. Сейчас посмотрим. Короче, нам нужны цепи и дубинки, скорее всего, вот типа вот этой. Можем навесить на нее колючку. Сейчас на 32 стоит, сейчас 59. Модификация 67. То есть, чтобы вы понимали, на белые предметы абсолютно нет никакого смысла устанавливать данные модификации. Так, а если мы модификацию... А, ну надо сначала взять инвентарь. Да, сюда не устанавливается, к сожалению. Но будем искать биты более высокого качества и устанавливать все в них. Судя по всему. У нас вариантов все равно больше никаких нету. Да. Вариантов никаких нету. Так, модификации пока что скидываем все. Так, дерево лопаты. Даже с учетом того, что я тут все вроде бы как перераскидал, у нас все равно дофига лишнего. Я вот думаю, нужен ли нам пистолет? Ну, типа, вроде бы нет. Мы сейчас сможем освободить себе... О, стоп, простите, извините. Мы сможем освободить себе два слота, убрав просто пистолет. Почему нам он не нужен? Потому что зачем нам пистолет? У нас есть и автомат, и дробовик. По сути. Вот. Теперь мы освободили себе два слота. 13. Оп. 12. Все. 12 слотов. И доски нам вообще так-то не нужны. Так что 11 слотов. Вот. У нас есть дробовик, который кое-как, но стреляет все равно. У нас есть калаш, и нам больше, в принципе, это более... И арбалет с дубинкой. Нам так-то больше ничего и не надо. Так, что у нас для обороны? Для обороны у нас ящики... Давайте карту заюзаем. Она, кстати, вот здесь. У нас 50 минут, но, в принципе... Да мы рядом. Пойдем тогда съездим. Красную лопату попробуем. А, у нас уже прошел этот дебаф. Чик. Да, вон, причем 600 метров всего. Посмотрим, что там есть. Вскроем. Надеюсь на что-то хорошее. Я прям сразу... А. Там как раз радиус понижается, да? Там же вроде радиус понижают очки. Очки и снижение радиуса раскопок минус 1. Раньше были очки, они давали плюс 10. То есть это были имбалансные очечки, которые тебя прям уф. Потому что плюс 10 к добыче, это было вообще жесть. Я помню, что в Darkness Folly можно было найти очки с модификацией, с короче, то ли с модификацией, то ли и прокачанные какие-то очки, то ли там был какой-то прокачанный предмет, который давал по плюс 1 вообще ко всем статам, что-то такое вот было. Ну, мне, в принципе, интересно было такое бы намутить. Но я так и не допрокачивался вроде до этого предмета. Но хотел, само собой. Да, завершить сегодняшнюю серию кладом будет прекрасно. Третий тир мы зачистили, посмотрели, что за салон, что за здание. И теперь посмотрим, что у нас в кладах. Вроде клады у нас же безобидные. Ну, в смысле, у нас есть клад вот здесь и торгаш где-то... А, торгаш здесь, мы уже к нему съездили. Вот, клады безобидные, поэтому можно сильно не париться, что нас кто-то нападет, попытается сожрать и все. Ой, бедная курица. Надо на обратном пути мясо ее собрать. Как пройти от... Мне говорят, зачем ты это все собираешь? У тебя же все будет. У тебя же все будет. 900... Такое чувство, что он не умер. Да вроде умер. Не, просто типа такое попадание странное было. Да ё-моё. Почти. Надо на лопату модификации накидать. Парочку еще буквально. А, все, смотри, с одного удара. О, да, рукоятка нужна на лопату. Секунду. Рукоятка на лопату очень нужна. Кстати, мне также глина нужна так-то. О, я уже до камня докопался. Ой, я молодец. Да, я знаю, что многие копают по стратегии. Сначала вокруг все обкапывают, а потом находят клад путем этого... Ну, ближе к центру. Сейчас мы вылезем, посмотрим, где он тут у нас. Ну, по сути... Что, простите? Казалось.
Блин, да, он же теперь летит. Стрела, арбалетный болт дальше летит. Вот, сейчас я его не убил. Вот сейчас завалил. Ну и то, 600 опыта, потому что у нас этот... Получается, клад где-то вот здесь. Как-то вот сюда хорошо он уменьшался. Но с другой стороны, нам так глину копать. Для коблстоуна и всего остального. О-о-о! Нам просто в бетон бы выйти в идеале. Че, серьезно? Так, серьезно, вот здесь? Я сейчас удивлюсь, если... Нет. Реально, что ли? А, вон он. Серьезно, ты закрыт еще? Ну ладно, у меня отмычки есть. Ха, найдите сокровище рядом. Я сомневаюсь, что он откроется. Но вы смотрите, линия идет прям вдоль по... Пистолет, 600 монет, пару патриков и все. Ну, типа... Такое себе, мягко говоря. Ну, пехоль можно продать. Так, давай... А, во, кстати, 395. Да, короче, первый уровень предметов можно не ремонтировать, можно смело их разбирать. Так, я тут курицу где-то переехал, да? Да, вот она моя хорошая. Так, можем пока блоки скинуть, поменять их на ножик и разделать курочку. С одной курочки у нас идет 10 мяса, все как обычно. С медведя вроде 30 или 60. С оленя 30, значит, с медведя 60 идет. Ну что, давайте на этом заканчивать. Как эпично это было. Говорю, давайте заканчивать, и прям в свинец. Вот, я сейчас, у меня есть время покопаться в шахте, подфармить, проапгрейдить базу, вокруг ее обстроить. И под шумок зачистить, наверное, второй тир ночью. Аккуратненько, аккуратненько. И попробовать скачать еще раз мод на 12, слот 12 слотов. Потому что, походу, он не установился. Вот мод, который для этого 24 часа торговца установился, а на этот не установился. На 12 слотов. Почему 12 слотов мне надо? Потому что, ну блин, реально, 3 слота дополнительной сильной роли в выживании вообще никак не дадут. Но помогут мне очень легко играть. Ну это для меня легко, чтобы просто у меня все было под рукой. Чтобы мне 20 раз не приходилось лазить, менять и так далее. Так, деревья наши все стоят. Вообще прекрасно. О, какой огромный лес я тут высадил. Да, я, наверное, третий тир зачищу. Время, в принципе, есть, чтобы утопить велик. Здрасте. А вы чего тут? Какого хрена? Вообще борзель. А, и у нас, кстати, очки навыков есть сколько-то там. Да, смотрите, зомби здесь не спавнятся после того, как мы закрошили парочку. Единственное, что да, надо застроить. Они же не спавнятся? Нет? Да, все правильно сказали. Если ты, типа, в городе кусок какую-то область зачистишь, она же на квадраты поделена. Вот, если ты область какую-то зачистишь, то все, зомби появляться не будут какое-то время. Сутки вроде игровые. То есть ты зачистил, ты спокойно тут бегаешь без каких-либо проблем. Так, у нас, скорее всего, в холостую уже работает активно. Да, активно работает в холостую. Нам бы магнум найти или что-то в этом роде. Кстати, сколько пехоль стоит? 220? Ну, нормально. А, не, пистолет нам не нужен, спасибо. Не здесь. Так, держите. О, хорошо. Так, на, держи вот здесь. Кстати, денег много упало так-то. Я только сейчас заметил, что нам денег перепало много. Да, можно было бы в идеале построить еще одну кузню. Что, кстати, хорошо. Нам нужны меха и тигель. Тигель мы сможем скрафтить никогда. А меха также никогда. Так, это забираю, вот это. Ну, кстати, у нас... Подожди, а что у меня сейчас? Ты хочешь сказать, что вот это вот лучше?
Модификации. Не, просто это пятого тира. Первая шмотка. А это первого. И типа она уже лучше. Также два слота. Только это теперь за 361 можно будет продать. А разницы в беге никакой не поменялось. Так, как там дела? Спасибо. Да, еду мы сейчас скинем. Можно схавать вот это пару раз. Как раз таки. И, в принципе, наверное, захавать... попить что-нибудь. Ну, кофеек можно использовать. 24 воды даст. Почти под фул. Хорошо. Так, у нас здесь 96 минут и 13 минут. 96 и 13. Я чувствую, что нужен второй кастрик. Да, 96 и 13. А здесь что минералка делается? Уголь. А, во, кстати. Во, подожди-ка. А минералка же у нас насколько топовая? Так, вода. Восстановление вынос. Лечение дизентерии. Эффективность метаболизма. Продолжение 6 минут. 60 воды. То есть нам нужен тупо уголь. А у нас как? Тупо по углю? Тупо по углю у нас... 175. А там какой рецепт идет? Один к чему? Один к одному, все. А ну-ка дай сюда. Ну-ка дай сюда. А, так. Вот это и уголь. Давай-ка лучше вот этого сделаем. Сколько одна бутылка минералки стоит? 23. А одна банка чая стоит 11. Да, мы чуть побольше потратим, но 40 бутылок у нас будет, как минимум. Остальное красный чай. Да, конечно, крафт будет огромным. Ну и угля плюс надо добыть, благо жилы есть. Так, это все понятно. Значит, что нам надо? Нам нужна древесинка. Древесинка. Древесинка, древесинка нам нужна. О, нет, это долго. Давай вот так сделаем сразу. 45 минут. 78 минут. Это вообще даже ни о чем. 108 минут. Тоже ни о чем. 123. Так, это примерно, ну, 12 минут. Плюс это, да. Почти 100 минут. 130 минут нам надо. Почти. Давай вот так и сделаем. Все. Стой. Ну да, 138 сделаем. Вдруг что-нибудь еще пригодится. Так, это пока скинем. В общем, ладно, давайте заканчивать. А, пока что продолжим с вами в следующей серии на 11-й день. А, пойду я выполню пару квестов третьего тира. И, ну, третий тир и второй тир. Вот. И потом мы с вами пойдем заниматься делами. А, подожди, они же стакаются до десятки, ё-моё. Я думаю, чё они у меня стакнулись только сейчас? Они же до десятки теперь стакаются. Так, и для этого нам надо много дерева. Давай, 59 минут. Вот, всё, хорошо. Да, всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.